Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Хотел показать вам свой кроссовок. Хожу по 5 энергий. Из трех проходок, значит, у меня выпало 3 бокса третьего левела. И сегодня утром выпал вот этот бокс второго левела. Вот он. Самое что интересное, мне насыпало монет меньше, чем обычно. Вот смотрите, сейчас вам покажу. Здесь получается 40 монет, где-то на 5-7 монет меньше насыпало. Я думаю, почему так мало сыпет? Оказалось, я не вставил камни в свой кроссовок. И, соответственно, вот что интересно, бокс сразу дали другой. У меня такое ощущение, что дают, значит, боксы зависят от GST и от камней, да? Я имею в виду камни на эффективность. Вот еще, конечно, буду проходить, проверю эту теорию. Но вот было 3 проходки. Вот первая, вот 47 монет дали. Вот вторая, 47 монет дали. Вот третья была, 46-39 дали. И вот здесь без камней я прошел. Я его на продажу ставил, забыл камни вставить. Вот 40 монет дали, и сразу же бокс второго левела. Вот. Давайте вот этот с вами откроем, потому что завтра я в обед пойду, 5 энергии, мне надо, чтобы здесь место освободилось. В общем, пока из 4 проходок 3 дали 3-го левела бокса и 1 2-го. Давайте посмотрим, мне очень интересно, что там внутри лежит. Так, 2 камушка на эффективность. И все получается. Или может еще что-то вылетит. Вылетит воробейчик. Нет, ничего не выходит. Давайте зайдем сюда. Вот сюда. Вот таких 2 камня на эффективность. Давайте посмотрим вообще, какие цены на них в маркете. Там, по-моему, цены сейчас вообще копеечные на них. Здесь, так, маркет, так. 1,88, да? 0,1,88. Ну, давайте посмотрим, сколько это в GST. Так, вот так вот сделаем. Саванна. Так, 0,2376. Ну, смотрите, я затратил 9 GST. 9. У меня получается дали 55,9. Ну, грубо 56 минус 9. 47 GST чистыми. 47 GST чистыми. Это у нас... Ну да, копейки, конечно, но все же лучше, чем... Так, не Sol, а USDT. 6 долларов в плюсе. Ну, я считаю, что это неплохо, ребят. Это очень неплохо. По сравнению с тем, что я вот предыдущее видео записывал, посмотрите, там написано... Там было у меня... 8 боксов первого левела я вскрыл, и там я в минус ушел. Поэтому я считаю, здесь это круто. Так, давайте откроем еще один бокс третьего левела. 9 GST. Так, теперь его открываем. Ну, что-то бокса не... Вот, опять. Первый раз так же было и опять. 2 камушка. Все, значит, сейчас их тоже продадим. Сейчас посмотрим, какая цена на них. Так, зайдем в рынок камни. Вчера я продал по 1,128, по-моему. Я уже забыл сейчас. Ну, у меня 6 долларов чистыми получилось. А сейчас 1,15. Ну, чуть подешевле. Ну, 5 долларов смело чистыми есть. Открываем еще один бокс третьего левела. Давайте посмотрим. Так,
9 GST. Сейчас громкость убавим. Давайте откроем его. Так. На комфорт. Неплохо. Сделаем скриншот. Так получается, вот такие вот боксы третьего левела выгодно открывать. Ну, по крайней мере, вот у меня, смотрите, первые два дали на эффективность по два камушка, где-то по 6-6,5 долларов чистый метов плюс. И третий раз я вот открыл, дали два камня на комфорт. На комфорт там вышло, что-то я считал, блин, забыл, около 2 долларов, по-моему, чистыми в плюс. Вот. Поэтому, ну, три бокса открыл, еще открою второго левела, видеозапись тоже сделал, посмотрим, что там будет насыпать. Вот, подписывайтесь, ребят, на канал, ставьте лайки, ссылка на телеграм и наш чат и группу в описании. Всем спасибо, всем пока.